Ребят, привет. Ну что, походу у меня нарисовалась новая рубрика по понедельникам. Мы с Вованом будем творить всякую дичь. В прошлый понедельник вы взвешивали велики, вы там дизлайков что-то понаставили. Все нормально у меня с весами. Весы я проверил, литр воды весит 1 килограмм. Так что все окей. Ну а сегодняшнее видео будет посвящено экшену. У меня уже все прошло. А вам приятного просмотра! Ой, Дима, блин, бедняга. Как он скользит. Аквапланирование поймал. Поймал. Ой, ну все целое, ну посмотри. Да, целое, у меня плечо теперь болит. Я потому что вот так же. Если был. Да, все целое будет. Наверное. Не, смотри, я ударился сюда. Ну да. А руль вроде это. Все вроде так. Блин, ну падение, конечно. Эффектное было. Я набрал. Слушай, ну как подписчики хотели, чтобы контент у тебя был такой это? Давайте донат уже, подписчики. Экшен, экшен. Такие жертвы, штаны, блин, мокрые, еще. О. Непорядок, почему ты не разбился? Я тебе говорю, переднее колесо запланировало, я чуток лишь нагрузил его вперед и прошел нормально. Ну четко вообще. Я понял, что я теперь буду по понедельникам выкладывать всякую. Давай повтори еще. Нет. Ну классно вообще. Я буду выкладывать по понедельникам видосы с тобой. Да. Будем творить всякую хрень. Не, ну нормально, классно. Прошли. В следующий раз ты проедешь. В смысле? Все ну, без падения. А, ну. Ой. О, подходит. Ну, у тебя нормальные вышки. Вот. Все, выстрел. Идеально. Подожди, я сейчас посмотрю. Затяну, чтобы мне это не накосячить потом. Нет, шток не должно было выбить, он же у меня вклеенный. Ну да. Так у тебя шток бы не этот, якорь сам этот. Который, ну, да, вот так, да, да, ну. Так, подожди. Сидушку пониже, чтобы. Блин, на вроде. Еще, походу, надо. Да? На телефон непонятно. Непонятно?